Ребята, это что такое? Это все, это ночь, у меня крыша поехала. Едем, Настюх, едем. Я сижу в гелике. Круто, блин. А я выйду? Оп, я выйду. Хей, на связи Виталя Старк. Давайте наберем 200 лайков, чтобы вышла новая серия. Пожалуйста, братан. Ну а сейчас давайте посмотрим самые топовые комментарии с предыдущего ролика. И вот эти ребятки написали самые крутые комментарии в предыдущем ролике. Чтобы попасть сюда, просто напишите эксклюзивный комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а у нас ЕПП Патруль, часть третья. Полетели! Садимся в наш Бэтмобиль и начинаем пост по ЕПП. Будем сейчас выжидать нарушителей езды. Ребята, в предыдущем ролике вы говорили, блин, зачем ты так делаешь? Блин, вот эта графика здесь меня убивает. Зачем ты так делаешь? А я делаю это так для того, чтобы все были равны между собой. Почему кто-то должен быстрее зарабатывать, чем другой игрок? Это на самом деле нечестно. Многие стали ездить по дорогам, а некоторые срезают и зарабатывают быстрее. Это нечестно. Ребята, на это не обижаются. Все, ждем наших нарушителей и начнем им ломать нервную систему. Там стоит моя жена Анастасия Старк, и она мне говорит, что у нас поехал вон черная фура, фура справа едет. Ребят, сейчас это будет наш клиент, мы разгоняемся и готовимся ему втемяшиваться в бочину, чтобы его груз просто улетел. Здорово, наш клиентик, опачки! Ну теперь, друг, ты попался на шоу программы. Ха-ха, груз он потерял, ребятушки. Я тоже немножечко вылетел просто с чата. Так, давайте перевернемся. Гетхер, такое тоже бывает, извиняемся. Все, развернемся и погнали. Пока он будет доставать груз, я сейчас его буду переворачивать. Ну что, дружище, ЕПП запрещено. Я понимаю, что Литва, мафия, союзники, но транспортная компания Карла, ну блин, ну это ты нарушаешь, друг, извини. Если была тут и моя Фома, она бы страдала точно так же. Нарушать запрещено. Для чего я это так делаю, ребят? Я вам уже сказал, так что не обижайтесь. Мы их сейчас будем просто реально мучить, пока они не перевернутся. Пускай жалуются в репорт. Опа! Все, страйк, страйк, страйк. Давайте его просто отсюда сейчас выкинем. Так, ему вообще по барабану. Он даже не пишет, все, я уезжаю. Он просто пытается забрать свой груз. Как нехорошо. Ну, смотрите, ему реально по барабану. Блин, ему пофигу. Он взял свой груз и поехал. Я в шоке над ним. Просто в шоке. Он взял свой груз и поехал. Давайте его тогда до конца здесь докучивать. Ну-ка, давай-ка. Отлично. Блин, да груз почти. Ну все, он уезжает отсюда. Но мы его будем мучить до последнего. Пока он не захочет сдаться. Ну все, он выезжает вообще на дорогу. Ну давайте еще за ним проедемся. Попытаемся еще сбить его разочек. Опачки, стоять, стоять. Ты попался, друг. Нельзя так делать, нельзя. Давайте его будем таранить, чтобы у него груз отлетел. Опять разгончик, разгончик вот здесь на повороте. Опа! Немножко его подбили. Ну и вот теперь мы его правильный путь выбрали. Поехал теперь спокойненький и радостный в сторону этого. Анастасия сказала мне, вон он едет, едет по дороге, едет, едет, едет. Все, ребята, выезжаем. У нас клиентик новый нарушитель, сейчас мы его будем очень жестко наказывать. Так, сейчас он должен показаться мне на карте, и вот он, мы летим прям к нему. Мы летим, здравствуй, Виталя, стой. Нет, ты нарушитель. Ну-ка, давай-ка, давай-ка, езжай быстро отсюда, разворачивайся, бегом. Я видел твой видос, ну и поехал сюда, ё-моё. Ты видел мой видос, ну привет. Ты видел мой видос и поехал же сюда. Мы еще долго за тобой следили. Пожми руку, ПЖ. Сначала я от тебя отцеплю груз. Потом пожму тебе руку. Вот сейчас я тебе груз вот так отцеплю. Ой, как я тебя просто насилую. Ты в деревьях сидел. Он меня видел. Я же видел. Меня видно, Настюха. Меня видно. Ну, нечестно. Ну, блин, ну, нечестно. Ладно, давайте вот так сейчас. Сейчас на него джип повесим вот так вот. Вот на него заедем вот так. Оп. Не получается. О, еще чуть-чуть. О, вот так.
оп, теперь выходим, все. Как говорит Куплинов, о, превьюха, превьюха, ребята, превьюха. Давайте, о, превьюха, ребят, превьюха. Превьюшка, превьюшка. Просто превьюшка. Все, я пожал тебе руку, а теперь не нарушай. А у него фура пропала. Ребята, я его догоняю, 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 наконец-то так. Ну давай, давай, топи, монстр, топи, монстр. Ой-ой-ой, куда ты? А, он сам в реку уехал. Лошара, просто в минус улетел. Красава. Да, долго-долго ждали и наконец-то свершилось. Целая фура едет, едет. О-о-о, привет. Родной, привет, друг! Далеко ты не уедешь. Опа! Сбиваем его грузик. Ой, куда он летит? Оу, как мы его чпокнули. Просто красивенько чпокнули. Сейчас он, как обычно, наверное, выйдет. От страха он просто выйдет сейчас. Вот 100%. Давай что-нибудь пиши нам. Дружище, думай, что тебе сказать. Давай, друг, ну блин, ну быстрее, не молчи. Скажи что-нибудь. Он даже в МФК... не заходит. Просто тупо уфнулся. Слабый, слабый, слабый дальнобой. Ребята, едет фура, едет. Резко разворачивается, и мы бам, в него просто влетаем. Ну что, дружище, стоять, стоять. Далеко ты не уедешь. Далеко ты не уйдешь, дорогой мой друг. Здравствуйте. Ты официально попал, уважаемый Коди Брукс, третий раз. Я тебя в предыдущем ролике два раза ловил, и ты третий раз попался на мой видос. Посмотрите, он сейчас офнится. Ай-яй-яй, там едет Настюха, говорит, еще одна фура. Давайте еще его собьем. Давай-давай-давай, отлично, еще одна фура Настюха проехала, он офнулся. Все, замечательно, ладно, поехали, там еще одна фура едет. Погнали-погнали-погнали, Настюха говорит, что там еще одна фура. Мы выдвигаемся на поиски. Где эта фура? Где? Вот она, прям еще одна, ребята. У нас сегодня просто веселый день, когда много-много фур здесь просто скопилось. И он пытается уйти от нас. Ой, как нехорошо, давайте подозорвем его пуканчик. Ох, посмотрите, он с нами еще бодаться решил. Обалдеть, ну ты просто неудачник в этом плане. Сейчас я буду... Сори, что сори? Сори будет потом. Нет, простите, но он хоть извиняется, да? Но все же он нарушил, и поэтому нам придется его просто сейчас проучить. Ну, нехорошо зарабатывать быстрее других, нехорошо. Надо сделать так, чтобы его вывести на бомбежку, чтобы у него взорвало пуканчик его. Ох, как у него груз-то шатнулся, неплохо. Могу ли я еще разок успеть его протаранить, прям в бочину? Давай, вот так вот, еще разочек у него отлетел груз, меня перевернуло. В принципе, неплохо. Настюха говорит, что там еще один едет. И давайте сейчас посмотрим, кто же там еще один такой едет. Этого мы, в принципе, размочили. Давайте посмотрим, что за фура там едет еще к нам. Вот он на полной скорости несется. Я сбил, прям в его груз влетел. И он сейчас просто обосрался. Посмотрите, с какой скоростью он вылетел. Просто... Ребят, вы это видели, с какой скоростью он просто выехал? Я просто в шоке. Его сейчас мы накажем, вот так немножечко потараним. В смысле не надо, ну немножечко, совсем немножко. Вот как-то так, все. Груз оторвался, в принципе, он наказан, потому что он хотел ЕППшить, мы его наказали, и теперь едем на свой пост. Обалдеть, нам просто сегодня везет. Время сейчас, если вам скажу, 12 с лишним ночи. Мне сообщила Анастасия, что у нас... опять клиент, ребята. Ну как так можно? Где он едет? Вот он, о, привет, друг. Прям хорошенечко ты мне попал. Смотрите, прям сразу разворачивается. У них просто здесь профессиональное уже движение идет. Они прям резко разворачиваются и резко сваливают, ребят. Прям на такой скорости я просто в шоке. А, он уже потерял груз, ребята. Эй, ты груз забыл, друг. Скажите ему, что он забыл груз. А, это груз, он просто просрал. Передайте ему, что он груз забыл. Куда он поехал? Давай, друг, выезжай в ЕПП. Просто я в шоке. Я вообще в шоке с них. Врум-врум, сейчас я тебе сделаю. Врум-врум, просто.
Я в шоке, груз просрал, поехал. Ой, блин, молодежь неопытная, ни хрена, да? Вот они, грузы валяются, один, второй. Ребята, ну, кажись, никого не учит первый урок. У нас еще один человек, который решил все-таки второй раз проехаться и забрать груз. Забрал груз, смотрите, и поехал заново. Давайте за ним сейчас проследим, куда он отправляется. А отправляется он, конечно же, смотрите, что делает. Ты что, прикалываешься, что ли, надо мной, а? Ты прикалываешься или что, ёперный городовой, прикалываешься надо мной? Какой свет? Второй раз я тебя ловлю, ёперный городовой. Что ты издеваешься-то надо мной, а? Ты чё издеваешься-то? Ещё покатался, поржал, вот теперь вдвойне просто на тебя. Неудачник, ё-моё. Найс, конечно, найс. Просто издевается надо мной второй раз, ребята. Даже не... чуть-чуть жалости у меня нету. Честное слово, меня взбесил. Привет, админ, спасибо. Теперь меня он подбил. Это карма. Но я выжил. А кто переживал за этого черного, он только что проехал мимо Анастасии, так что с ним все хорошо. Хе. И мне Анастасия передала, что у нас появился клиент, красненький бабах. Отлично, попал в его прям грузило. И смотрите, как он пытается яростно от нас уехать. Но у него слабо это получится. Здесь еще, правда, здесь мне админы помогают на геликах. Он развернулся. Ох, как это больно. Стойте, Дениска говорит, стойте, конечно, я тебя выгоню отсюда, все, дорога перекрыта, мы с тобой в кустиках, маленькие шалуны, ха-ха, не солите, солить не будем, максимум садить в Диморган будем, его грузик остался здесь, а наш Дениска делает рассол из огурцов, солит, солит Дениска, смотрите, сколько народу, Настюха здесь, не солите, так, давайте ему скажем, солить огурцы будешь. Можно скрин, а мы будем садить. Виталя, да, вы мне, уважаемый игрок, можно скрин, ну давай, да, конечно, делай скрин, давай, давай я с ним сделаем скрин, с нарушителем ЕПП сделаем сейчас скриншотик, пускай радуется на фоне гелика. Двух геликов. Спасибо всем, кто посмотрел видео до конца. Надеюсь, вы быстро соберете 200 лайков и, само собой, выйдет быстренько новый ролик. Спасибо, что вам понравилась рубрика ЕПП Патруль, которую я возродил заново. И эта рубрика будет у нас идти на протяжении долгого времени. Я думаю, мы отучим Black Server ездить по полям. Спасибо, до новых встреч, пока-пока.